За новогодние праздники магаданцы неоднократно жаловались в соцсетях на то, что мусор вывозят плохо. Контейнерные площадки, по словам жителей областного центра, были завалены отходами, в том числе и крупногабаритными. Как рассказали жильцы домов по улице Гагарина, баки были переполнены. И кто-то даже решил поджечь застоявшийся мусор. Не знаю, региональные операторы это или кто-то из жильцов, но я их обожаю. Потому что именно так у нас вывозят мусор. Тем не менее, по словам сотрудников регионального оператора, мусор вывозили регулярно. Конечно, отмечают эксперты, отходов из-за праздников стало больше. Однако специалисты предприятия работали ежедневно. Теперь же, отмечают работники регоператора, ситуация нормализовалась. В достаточном количестве задействована специализированная техника до 5-6 самосвалов и 4 погрузчиков. Одна из проблем уборки мусора – крупногабаритные отходы. Магаданцы часто оставляют их на контейнерных площадках вместо того, чтобы убрать в отведенное место. Крупногабаритный мусор необходимо выносить на специально отведенные места для накопления. То есть, либо это будет бункер 8-кубовый, находящийся рядом с контейнерной площадкой, либо это специально отведенное место на контейнерной площадке, то есть отдельный, так скажем, отсек, да, куда можно выносить этот мусор. Данная информация находится на нашем сайте регионального оператора о всех местах накопления крупногабаритного мусора. На сегодняшний день, насколько мне известно, мэрия города Магадана вместе с департаментом ЖКХ проводит работу по расширению всех контейнерных площадок под крупногабаритный мусор. Также завалы происходят из-за того, что контейнерная площадка рассчитана на одно количество жильцов, а в доме намного больше людей. Однако, по словам сотрудников регионального оператора, сейчас мусорный вопрос решен. Предприятие работает в обычном режиме. Контейнерные площадки очищают, баки опустошают.